Всем привет, и это 15-й выпуск рубрики «Цветовой баланс». Сразу хочу сказать, что есть такой замечательный паблик, именуемый «Фото господа», который помог организовать сбор материала для моих выпусков. И, собственно, сегодня мы будем ретачить фотку из альбома, в который собирались работы всех желающих. Автор фотографии Кирилл Букрей, и мы приступаем к обработке. По стандарту я налил свет и объем, плюс фотка была стандартного размера, да, я ее сделал 16:9 для того, чтобы добавить в нее пространство. Вот таким образом. Что получилось. Ну и теперь начинаем рулить цвет. В первую очередь, что мы делаем? Мы добавляем холодные в тени и теплые в цвета, для того, чтобы создать чуть больше объема именно цветом. Для этого создаем корректирующий слой Color Balance. Идем в Shadows. И в Shadows рулим циан. Давайте на плюс 3. То есть, точнее, на минус 3. Ну, то есть, циан на троечку. И Blue на троечку тоже. Смотрим, что вышло. Нормуль. И теперь добавим в Highlights теплого, а конкретно желтого. Где-то минус 5 ставим. Отлично, смотрим, что получилось. Окей, да, видим то, что объем немножечко вырос. Следующее, что нам нужно сделать, это убрать чуть-чуть красноту с лица, потому что вот, ну, мне не нравятся вот эти щеки у нее, красноватые, как по мне. Для этого создаем корректирующий слой Hue Saturation, берем палец, тыкаем на щеку. Нас кидает в Reds, выкручиваем на максимум и начинаем смотреть, крутить вот эту крутилку и смотреть, где у нас попадает. Вот так вот. Окей, выкручиваем Saturation на 0. И теперь берем ползунок Hue и крутим его в сторону холодного. Крутим его на, ну, где-то вот так. То есть вот что у нас вышло. И теперь нам по маске нужно прорисовать губы для того, чтобы они не становились цвета кожи. Вот так вот. Вот она маска. Упс. Так, есть такое дело. Едем дальше. И теперь мне хочется сделать фон более насыщенным, потому что уж сильно он как-то тусклый, все-таки кожа у нас довольно насыщенная, да? И хочется фон поярче, как-то поживее. Создаем корректирующий слой Selective Color. И идем не в циан, не в blue, а идем в white. White. И в white докручиваем циан. Плюс, ну, попробуем плюс 15. Вот так чуть-чуть картинка изменилась. И теперь в Neutrals, то есть нейтральные тона, да? И тут мы выкручиваем снова циан. Становится сильно цианово, поэтому добавим Magento, чтобы получился у нас не совсем циан, а такой синеватый оттенок. Вот что у нас вышло. И теперь что нам нужно сделать? Нам нужно фигануть маску на девушку для того, чтобы у нас затрагивался только фон. Итак, маска готова. Вот таким образом она выглядит. То есть у нас затрагивается фон и не идет воздействие на нашу модель. Едем дальше. И теперь что мы делаем теперь? Теперь создадим дополнительный объем, плюс избавимся от красноты в цветах на лице девушки. То есть для того, чтобы она выглядела объемней, ну и цвета не казались такими вот красноватыми. Как бы это банально не звучало. Создаем корректирующий слой Color Balance, идем в Highlights. И в Highlights мы берем, добавляем циан на 14, то есть минус 14. Вот что у нас вышло. И теперь нам нужно кинуть ту же самую маску, только чтобы у нас фон не затрагивался, затрагивалась только девушка. Зажимаем Alt и перетаскиваем маску с нижнего слоя на этот. Yes. И теперь просто инвертируем маску, нажимая Ctrl-I. Вот что у нас вышло. Смотрим. Да, и вот она наша маска. Окей, далее. Далее немножко притемним всю картинку, создаем кривые, ставим точку, и выруливаем ее, нет, не так сильно, чтобы она не была нигером. О боже, это афроамериканцем, прошу прощения. Так. Вот что у нас вышло. И переводим в режим наложения Luminosity, для того, чтобы у нас не затрагивался цвет. Хотя он, в принципе, затрагивался незначительно, но все же. Вот такая штука вышла. В принципе, можно оставить так. То есть, цвет хороший, все круто. Но также можно создать корректирующий слой Channel Mixer.
и чуть-чуть поиграться с общей тональностью картинки. Перейдем в blue. И здесь, что мы сделаем? Мы возьмем blue, поставим 85, red 15. Важно, чтобы оставалась пропорция, то есть чтобы суммарное число вот этих вот трех каналов было 100%. Для того, чтобы не нарушались пропорции, не добавлялся какой-то паразитный оттенок в картинку. Но сейчас мне не нравится то, что она стала какой-то розоватой. Для этого мы в том же Channel Mixer... Что такое? Проказник какой. В Channel Mixer в канале Green возьмем и Red выкрутим на 2. Для того, ну то есть если вот Red выкрутить посильнее, то добавляется даже желтизна такая. И выкручиваем на 2 для того, чтобы немножко разбавить все это дело. И вот что у нас получается. Собственно, если у нас будет стоять 0, то да, она розоватая получается. Вот таким образом. То есть, либо такой вариант, либо такой вариант. Но на этом мы закончили. И, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы можете скидывать свои RAW-файлы для обработки. Ссылка есть под видео в описании. Не забывайте подписываться на паблик, подписываться на канал, ставить лойсы. И всем спасибо. Всем пока.